Привет, друзья! Мы опять на Майдане Незалежності, опять возле палатки ФОПов. Сегодня здесь только люди, которые на смене находятся. Они там внутри палатки. Только что ФОПы тут участвовали в небольшой ситуации с пожаром. Пожар, слава богу, был не у них. А в домах рядом с Майданом там довольно большой пожар такой был. 3 на 5, ой-ой-ой. Большой был такой, да, с черным дымом. И ФОП вот туда бегали, где сейчас вот эти вот два дома. Вот я туда как раз камеру повернул. Вот там во дворе горел сегодня мусорник, так что аж чуть дома не погорели. Ну и ФОПы приняли участие в тушении этого всего безобразия. Так что все потушено, все нормально. Ну а на Майдане никакого пожара нет, ничего нет. Люди стоят, сейчас я вам покажу, вон там аж вдалеке, видите, знамена ФОПов. На Крещатике, там возле проезжей части они стоят. Здесь все спокойно, все хорошо. Лето, лето, лето. Сезон отпусков. Никто в правительстве, в парламенте ничего не делает. Соответственно, ФОПы на таком вот себе стендбай.